В Омске будут судить бывшего инструктора парашютно-десантной подготовки, начальника посадочной площадки Камышина, организовавшего незаконные прыжки с парашютом. Как установило следствие, в декабре 2015 года ими были организованы две тренировки, во время которых 26 человек десантировались с грубейшими нарушениями требований безопасности. Людям выдали парашюты, у которых истек срок эксплуатации, а в конструкцию десантных систем были внесены изменения. Во время полетов самолет был перегружен, более того, он вообще не должен был подниматься в воздух. У него закончился срок действия сертификата годности к полетам. В настоящее время нами направлено уголовное дело в суд для рассмотрения по существу по обвинению двух лиц в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.